Таких полицейских обязательно нужно знать в лицо и по имени. Они живут по соседству, всегда первыми реагируют на проблемы и часто разрешают совсем неуставные ситуации. Больше 15 лет Дмитрий Лысых, старший участковый северо-западного отдела, помогает своим подопечным чувствовать себя под надежной защитой. Жительницы аэродромной встречают полицейского прямо на улице с просьбами и благодарностями. Наши проблемы Дай Бог вам здоровья, проблема решена. Да. Благодаря злодеи наказаны. Лишь бы это все не повторилось. Разрешение бытовых конфликтов, профилактика преступлений, защита от мошенничества. И так, просто проведать тех, кто без присмотра может натворить дел. Заботу таких блюстителей закона достаточно. Участковый пункт северо-западного отдела обслуживает солидную территорию. Под его опекой порядка 55 тысяч курян. И с каждым нужно пообщаться не просто по-рабочему, еще и по-человечески. Бабушкам скучно сидеть, они вызовут, и им нужен собеседник, выслушать их, посочувствовать, вникнуть в их проблему, дать совет. Мы этим всем занимаемся. Ну, участковый, это у него по совместительству должна профессия быть психолога, чтобы выслушать, понять, дать совет. Они не могут быть безучастными. Их главный девиз – не наказать, а помочь. Хотя применять строгие меры тоже приходится. Опасные для жизни только происходят при выходе на семейно-бытовые конфликты. Вот, когда, получается, супруг бьет свою жену, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно, что он там у него в голове творится. Агрессия, да? Может с ножом броситься и по голове стукнуть. Ну, все, пресекаем. Сейчас сами полицейские нуждаются в поддержке. Конкурс «Народно-участковый» проходит в области на протяжении 6 лет. Муниципальный этап уже состоялся. Теперь нужно выбрать лучшего по региону. Сделать это можно на официальном сайте УМВД России по Курской области. Победитель представит Соловьиный край на всероссийском этапе. 17 ноября – это день образования службы участковых. В этом году у нас 96-я годовщина с момента образования службы. И будет вручать министр внутренних дел, всех призеров будут поощрять соответствующими призами. Вот, как правило, это такие призы, как машина. А если вы еще не знаете своего участкового, все равно зайдите на сайт УМВД, чтобы познакомиться. Анна Пикулина, Сергей Малеев, телеканал 7.